В прошлом выпуске мы рассказали вам о том, как юные таланты из болгарской школы звезд Игоря Крутого отправились на автопати отмечать первые победы. Но на следующий день малышей ожидал кастинг на телеведущих и уроки по актерскому мастерству. Посмотрим, кто там уже наступает мне на пятки. Вслед за музыкальным конкурсом всех участников Академии популярной музыки Игоря Крутого ждет очередное испытание. И на этот раз кастинг телеведущих. А остальное, если надо... А вот тут-то у юных дарований начинаются серьезные проблемы. То ли не выспались после автопати, то ли разволновались не на шутку. Ведь как только дети встают перед камерами и членами жюри, все, текст забывается, слова в голове путаются, глазки от стыда прячутся. Я бы хотел увидеть хорошее настроение всегда. Сергей Лазарев и Кристина Цветлична с песней «Найди меня». Сейчас выйдет на сцену Сергей Лазарев. И все по: «Вау, Сергей Лазарев здесь!» Вы должны сами поверить, как это круто. Потому что объявление – это самое главное, для чего выходит ведущий. Около сотни желающих стать новой звездой телевидения томятся за дверью в ожидании своего выхода. Те, кто даже под дверью кастинга не теряет времени зря и готовится к своему выступлению, в результате и проходят этот конкурс с успехом. Интересно, какой он? Случайно на меня не похож? Что же касается детей, не прошедших дальше, то они не отчаиваются и отправляются на мастер-класс, посвященный актерскому мастерству, где благодаря опытному педагогу понимают, в чем были их главные ошибки во время кастинга ведущих. Не надо стремиться для кого-то, стремитесь для себя быть победителем. И несмотря на плотный график репетиции, ребята умудряются еще и подготовить массовый флешмоб, отрабатывая движения каждый день в свободное от занятий время. Вот это тяга к вершине шоу бизнесового Олимпа. Мне очень нравится здесь круто, клево. Поездка очень интересная. Прошло всего лишь 4 дня, но уже очень интересно стало. Очень много прошло конкурсов. Почти половина пути обучения пройдена, но впереди всех участников поджидает танцевальный хип-хоп-баттл, который обещает быть жарким. Все подробности о нем ты узнаешь завтра. Константин Тарасюк, Анатолий Шушпанов, Про новости.